Всем привет еще раз, и наконец-то настало время снять долгожданную реакцию на новый клип «Время и стекло», «Тролль», вы давно меня просили. И я понимаю, что уже все самые крутые люди сняли реакцию на этот клип, и я не снял, наверное, потому что я не крутой, потому что я не слежу за творчеством «Время и стекло» в последнее время, потому что, ну я не знаю почему. Я просто не слежу за ним. А тут, видите ли, у них новый клип вышел, и все вдруг засуетились, и окей. Окей, для меня это не сложно, а вам, наверное, это приятно. Также в описании этого ролика есть ссылка на ВКонтакте. Отправляй мне в ЛС свои любимые треки, я их с удовольствием послушаю. А еще там есть Инстаграм, он тоже клевый, там выходят истории, также фотки. Я стараюсь выкладывать почти каждый день. Подпишись. В прямом эфире нажимаю кнопку play, поехали. Давно не слушал «Время и стекло». Каждый клип, вот даже Back to Leto, да, отличается своей креативностью. Это тоже, что это? Он, кстати, качает, я не знаю в чем. Прикол, но качает. Я не знаю, как у них получается это, но... Каждую песню они что-то, вот прям что-то новое придумывают. Каждый раз. Я просто смотрю и наслаждаюсь. Вот каждый кадр. Оу! Собака классная. Я не могу остановиться слушать. Нет, это заедает. Безусловно, это заедает. Через что не разговаривают? Можно, пожалуйста, вопрос? Ого! Просто понимаете, ты меня не тролль. Три слова. Все, что нужно для нового трека, «Время и стекло». Ну, окей, три слова, и все, этот трек заезд на целый сезон. Люди, которые послушали трек, посмотрели клип, напишите в комментариях, как вам. Клево или нет, как бы, поставьте лайк. Я не знаю, по-моему, это клево. Не то, что клево, это ржачно. Каждый кадр, каждая сцена, это что-то. Это что-то. В конце этот мужик затроллил всех. Я понял посыл. Ну вот такой получилась реакция на новый клип «Время и стекло». Если вам понравился клип, поставьте, во-первых, лайк под клип, потому что он клевый. Он нуждается в лайках. Также поставьте лайк на мое видео. Оно тоже нуждается в лайках и вообще в развитии моего канала. Огромное спасибо. Увидимся в следующем видео, скорее всего, завтра. Пока.